Какая прелесть. Стены с сюрпризом. Кто-то не любит гостей.
На это уходит больше времени, чем я рассчитывал.
Сердце механического человека. Это я возьму. Хрупкое. Лучше не ронять. Сейчас. Время пришло, брат. Мы возвращаемся в храм, чтобы встретить рассвет. Нет. Нет, я не пойду. Орион заставил нас сжечь собственный город. А теперь скажет убить друг друга. Так говорят неверующие. Прости, брат, но ты сбился с пути. Мы все сбились. Это уж точно. Нельзя есть воронов. Почему? К беде. Эта беда весьма ничего себе, если ее пожарить на костре. Читал газету. Говорят, выбраковка скота сильно помогла. Помогла угробить скотинки. Самого Дейпорта. Чертовы крысы и никакого веселья.
Любуешься на металлического человека? Он прекрасен, не правда ли? Надеюсь, за тобой не следили. Вот сердце. Это оно! Как давно я этого ждал! Момент, когда этот город воздаст мне почести, которых я заслуживаю! Спасибо, мастер-вор! Металлический человек работает!